Лев Николаевич Гумилев родился 18 сентября 1912 в Санкт-Петербурге. Ушел из жизни 15 июня 1992 там же. Советский и российский ученый, писатель и переводчик, археолог, востоковед и географ, историк, этнолог, философ, создатель пассионарной теории этногенеза. Это 20 секунд, а продолжение можно дослушать в полной версии этого видео, примерно на 3,5 минуты. Пока-пока.